с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Kingroy. Набор на 176 предметов. Артикул товара 30172-176. Ну а проще говоря, 176 МДА. Kingroy — тайваньский бренд. Это профессиональный инструмент. Так, упаковка. Начнем с упаковки. Вот такая вот идет сверху на кейсе накладка. Набор запечатывается в полиэтиленовую пленку, запаян новый, когда идет. Так, и информацию, которую указывает у нас производитель. Germany STD надпись, так как наборы Kingroy производились в Германии до начала 90-х годов. Далее у нас гарантия 1 год указывает производитель. CRV — это хром-ванадиевая сталь, CRV Steel. Комплектация набора указывается. Три щетки на 72 зуба в наборе идут. Три рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая дюйма. Так, вот Made Taiwan, потому что это у многих интересует при покупке. Made Taiwan указывается. И значок Germany STD для покупателей почему-то тоже важен. Это мы показываем. В принципе, и с важной информацией все. Начнем мы, как всегда, с трещоток. Трещотки на 72 зуба. Три трещотки. Маленькая, средняя и большая. 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая дюйма. Трещотки прямые. 72 зуба. Есть реверс. Быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятки пластиковые. Надпись на металле. Kingroy. Логотип на металле есть. Указывается хром-ванадиевая сталь надпись. И Kingroy надпись на самой рукоятке. Так, три удлинителя. Вернее, не три. Сейчас мы покажем. Под одну вторую у нас идет два удлинителя. 250 и 125. Это под большую трещотку. Под среднюю трещотку 3 восьмых дюйма у нас один удлинитель 125 мм. И два удлинителя у нас под маленькую трещотку. Это 50 и 100 мм. Так. Головки. В наборе шестигранный профиль головок. Под большую трещотку у нас короткие головки 1 вторая дюйма. Общее количество их 12 штук. Два ряда у нас идет. Самая маленькая у нас, так, 10 мм, 6 граней. Самая большая 32 мм. Это шестигранные головки короткие под большую трещотку. Вес самой большой головки — это 32 мм, составляет 224 грамма. Ну и фирменная лента синего цвета на головках. Kingroy, хром ванадий. Также еще раз логотип Kingroy, CRV 32 мм. Под одну вторую у нас еще идут головки длинные. Общее количество их 4 штуки. Вернее, 4-5 штук. Две обычные у нас и три подколесные диски в оплетке. Защитные оплетки идут. Размеры этих пяти головок. Самая большая у нас здесь 21 мм. Далее 19, 17, 18, 16. И также у нас идут под одну вторую три головки Torx. Так, вот они у нас. Так, под одну вторую у нас две головки Torx идет в комплекте. Две головки. Е24 и Е20. Под одну вторую дюйма. Далее у нас идут головки под 3 восьмых дюйма. Короткие у нас головки шестигранные 10 штук. Самая маленькая у нас на 10. И самая большая на 19. Также идут головки длинные под 3 восьмых дюйма. 6 штук.
размеры 10-11, 12-13, 14 и самая большая у нас на 15. И три головки Торкс также идут под 3/8 дюйма. Нет, под 3/8 у нас тут идут, сейчас скажу вам, под 3/8 у нас 6 головок Торкс. То есть Торкс у нас головки, 2 головки под большую трещотку и 6 головок под среднюю трещотку 3/8. Размеры Е10, Е11, Е12, Е14, Е16 и Е18. Далее под маленькую трещотку у нас шестигранные головки. Общее количество 13 штук, вот этот ряд. Самая маленькая на 4 и самая большая на 14. Под маленькую трещотку. Далее идет ряд у нас головок длинных под 1/4. Общее количество 7 штук. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Самая большая. Это головки длинные. И также комплект головок Торкс. Общее количество 5 штук. Е4, Е5, Е6, Е7, Е8. С головками разобрались. Далее 3 головки под свечную. Свечные, 3 свечные головки. Размеры у нас 21, 16 и 18 размер. Две у нас идут под большую трещотку, пресветильный квадрат. И одна идет головка под 3/8 дюйма. Под большой, вернее под средний квадрат. Ключи комбинированные. 12 ключей в наборе. Логотип Кенгрой, размер ключа. Небольшая насечка идет на ключе. Размеры ключей у нас 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Самый большой ключ. Так, далее набор Г-образных ключей. Здесь у нас два набора. Это Торкс набор. И набор шестигранных ключей. Все они идут в держателях. Такой держатель. Открывается, и есть также клипса для того, чтобы повесить на пояс ключи. По 9 ключей в каждом держателе. Так, далее у нас переходники, вернее, Т-образные воротки. Под 1/4 вороток Т-образный. Длина 11 см с плавающей головкой. Под 3/8 дюйма такого воротка нет в наборе. И также есть такой вороток под 1/2 дюйма. Одеваете переходник на удлинитель. И получаем также вороток с плавающей головкой. Если снимаете переходник, его вы можете использовать для перехода с 3/8 трещотка. Использовать с головками 1/2 дюйма. Универсальная конструкция. Биты в наборе. Большой здесь выбор. Есть биты с переходником уже 1/4. Используйте, можно использовать или с отверточной рукояткой. Одеваете, получаете отвертку. Также есть присоединенный квадрат, сюда можно вставить Т-образный вороток. Биты различных типа размеров, торксы с отверстием, шлицевые, рай-биты, шестигранные. То есть, и также промаркированы они на кейсе по размерам. И биты, которые используются с переходниками. Вот, одеваете нужную биту в переходник. И используете с трещоткой 1/2 дюйма. Также биты Райп, Торкс, шлицевые, шестигранные. И также переходник есть под 3/8 дюйма. Тоже вставляете биту и можете использовать с трещоткой 3/8 дюйма.
То есть данный комплект бит используется с переходниками. Вот два переходника идут в комплекте. Карданы. В наборе у нас идет три кардана по три трещотки. Маленькая трещотка, большая и средняя. Так, по-моему, все показал по комплектации. Кейс у нас состоит из двух частей, набор. Зависы сами пластиковые, но внутри есть металлические вставки. Замки запирания с логотипом Kingroy металлические. И они у нас идут съемные. Можно одеть и... Гарантия на набор составляет 1 год. И еще раз повторюсь, материал изготовления хром ванадиевая сталь. Так, сейчас покажу габариты самого кейса. Запирание замков. Логотип Kingroy Professional Tool Germany STD. Ширина кейса у нас 50 см, длина 36, высота 9. И вес набора составляет 11 кг 300 грамм. Вот такой вот набор. За подписку на канал, за комментарий, оставленный под этим видео, вы на этот набор получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр видео. До свидания.